Юные жители Ленинского городского округа уже не в первый раз получают паспорта в администрации муниципалитета. Эта добрая традиция помогает создать необыкновенное ощущение праздника, которое в каждой семье запомнится надолго. Где бы вы ни оказались, как бы вот оно ни складывалось, чтобы вот любовь к той самой матушке родной земле, к своей малой родине, к Видновскому краю, она оставалась в вашем сердце и, может быть, где-то помогала или поддерживала. Стать настоящим гражданином своей страны можно, достигнув 14-летия. Семеро мальчишек из разных школ города получили паспорта из рук главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Фотографии на память и подарочные наборы вручили каждому участнику торжества. Неожиданно и празднично, очень приятно, что позвали. Я надеюсь, он это запомнит, и мы это запомним. И пусть эта традиция сохранится. Семья Поповых пришла на вручение паспорта старшему сыну Михаилу практически в полном составе. Папа Антон рассказал, что ответственно подготовились к церемонии и долго тренировались ставить подпись. Вспоминайте, как сами-то паспорт получили? Да, боялся ошибиться в росписи. Волновался очень. Ну ничего, все хорошо получилось. Я думала, я просто приду, заберу, распишусь и уйду. А тут так торжественно. Паспорт еще не раз придется поменять в течение жизни, но вот получение своего первого документа – это уже большой шаг во взрослую жизнь юных граждан Подмосковья. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.